Привет! А ты знаешь, как будут петь твои любимые артисты, если им выключить музыку? I could have told you a secret, won't you keep it now? Тебя есть весь мир! Давай! Это «Голый голос». Всем привет, ребята, меня зовут Ваня Рассел. Это новое видео на моем канале. И сегодня, знаете, чей голос мы будем слушать? Ну, конечно же, знаете, потому что вы же нажали на вот эту фотографию и название видео, да. Меня зовут Ваня Рассел, это рубрика «Голый голос» или «Голос микрофона» или «Запись микрофона», где я отделяю вокал артистов, или где мы просто слушаем вокал артистов с микрофона. И сегодня у нас Елена Темникова. Елена Темникова, вы знаете, я вот когда отделял, я охренел. Я не скажу, что я фанат Елены Темниковой, что я слушаю каждый раз песни. Ну вот, где-то играет, да, мне нравилась песня «Бегу навстречу к тебе». Там, по-моему, три версии было еще. Медленная, клубная, еще какая-то там. Но, знаете, что самое интересное? Что меня заинтересовала Елена Темникова. Такой небольшой вам, этот, как он называется, господи? Я забыл это слово. Спойлер, вот. Что я когда отделял голос... Слушайте, мне так понравилось, как она поет вживую. Она поет вживую лучше, чем на студийках. Офигенно, круто. У нас начинаются снова таланты на голом голосе. Надо что-то в следующий раз такое отделить, послушать такое, чтобы мы посмеялись, да? Елена Темникова. Ну, короче, говорю, что она берет. Ну, простите. Ну, давайте послушаем, слушайте. Нужно сразу выключать видео, вы же сейчас услышите. Голос Елены Темникова. Владеет вживую намного лучше, чем поет в студийке. Ну... Может быть, просто в студийке ей обрабатывают, там добавляют голос такой низкий, бэк такой. Там мелодайном равняют голос. Простите. Сегодня слушаем Елену Темникову. Вам приятного прослушивания. И меня тоже. Будем по частям слушать, потому что у нас сегодня два выступления. Поехали. Я сквозь мембраны пускаю звук, ритм изнутри кает сердце стук. Мы высоко в разноцветных тонах, на какой частоте на авторадио небо нас на Расселблок отпускает. Ночь не отпускает, нас она беспощадно отпускает. Ночь не отпускает, нас она беспощадно. И упорцы города накроют опять, от них не убежать нам. И упорцы города накроют опять, слишком рискованно им доверять. Импульсы города накроют опять, от них не убежать нам. Мысли неспешно оставят след, почерком ночи скрывая свет. Где-то вне зоны все номера, и суета словно замерла. Отпускает, ночь не отпускает, нас она беспощадно отпускает. Ночь не отпускает, нас она беспощадно. Импульсы города накроют опять, слишком рискованно им доверять. Импульсы города накроют опять, от них не убежать нам. Так, я хочу прокомментировать это выступление. Скажу так, что не совсем она идеально спела тут. Да, такое ощущение было, что у нее что-то с горлом или у нее заложен нос. У меня такое было ощущение. Ну, не знаю. И сейчас мы послушаем второе выступление. Хорошо, за... Ну, боже, оценку же, господи. Как можно Темниковой поставить маленькую оценку? Ну, ладно. То, что она еще Бузовой записывала бэки или основные партии, ну, ладно. Бузова, ты поешь голосом Темниковой. Это правда? Бузова. Я слышу. Бузова. И кто не смотрел «Голый голос» Олечки Бузовой, пожалуйста, тут вот появится. И вообще на канале там еще два видео «Голый голос» Бузовой. На «Она не боится» и на «Чемпион». Заходите, смотрите. Слушаем вторую песню. Скажи, зачем так бесконечно долго ночь длится одна совсем? От этой боли не могу скрыться. Я распахну настежь окна, чтобы ветер ворвался.
души разбитые стекла, по углам разбросал все. Это все ревность внутри, ожоги третьей степени. Ты просто поверь мне, пойми, я не со зла, я от любви. Это все ревность сама. Я не принадлежу себе за несовершенность меня. Прости, я. Ну что, ребята, вот мы послушали голос Елены Темниковой. Знаете, мне показалось, что я выбрал не совсем удачное выступление. Я просто смотрел ее концерт, на ее, по-моему, сольный. Очень классно исполняет. Ну, это же авторадио. Вот мы сейчас слышали голос, да, без эффектов там. Но эффекты, понимаете, почему люди воспринимают эффекты, как будто бы... Ну, есть разные, разумеется, эффекты. Есть просто обычные эффекты. А есть автотюны, да, тюны, мелодайные, Господи, забыла. Ну, вот эти, вы поняли. Видео, кто не смотрел, тоже посмотрите обязательно про автотюн и обработку голосом. Именно такими жесткими эффектами. А тут, вот я заметил, что Темникова в своих выступлениях использует обычный ревер. Ребята, давайте научимся. Что такое ревер? Ревер? Вот сейчас я буду разговаривать. Это такой эффект зала, когда поешь... Это все ревность внутри. Подпишись на мой канал. И обычными эффектами считается, ну, эхо, например, да? Там импульсы города накроют опять. Слишком рискованно им доверять. Это эхо. Ну, в караоке часто используют эхо, такое галимое, но оно разное, бывает его настраивать. Но это просто для того, чтобы вокал оказался такой уху, понимаете? А автотюны, другие эффекты, то уже другое, понимаете? Елена Темникова использует какой-то свой фирменный ревер на концертах и в песнях, что песни звучат очень круто. То есть это ее вокала, то есть ее коррекции, да, голоса, ничего тут не касается. Именно только такие легкие эффекты, чтобы придать какой-то такой атмосферы песне. А, да, ее обвиняют в том, что она постоянно у нее песни на один мотив, то есть вот это все deep house, типа. Но, знаете, каждый артист, он же должен что-то нести в себе. У Бузовой тоже что-то похожее, но Бузовой, оно более какое-то, знаете, такое, ну как сказать, ну не сырое, а более такое, ну это будет грубое слово, но более такое дешевое, да? У Темниковой она делает это фирменное. Я когда-то смотрел ее видео, не видео, господи, какой-то документальный фильм, не помню, что она какую-то свою песню переписывала, это, по-моему, 6 раз, потому что ей что-то там не нравилось, полностью переписывала вокальную партию. Там, представляете, 6 есть разных версий, или 5, или 6 разных версий, не помню, какую песню, но какой-то сингл какого. Вот, ну, Темникова подходит к своему творчеству, к своему бренду, к своему имиджу очень так правильно. И вот когда я замечаю, что она когда выходит на сцену, у нее обычно, по-моему, ну, она, по-моему, чаще всего выходит сама, и она сама поет, сама делает шоу, ей не нужно там 1000 танцоров для того, чтобы это все ревность внутри, понимаете, типа, она это все делает своей энергетикой и своим посылом, она очень хорошо поет живую, именно в том, что она приблизительно поет к студии. Моя оценка Елене Темниковой, ну, если мы исходим из этих аудиозаписей, 9 баллов. И снова мне вспоминается эта Риана, которую я 6 поставил Риане. Ну, 9 баллов. Мне нравится вокал Елены Темниковой. У нее есть какая-то вот фирменный ее стиль, где ее всегда узнают. Вот за вот это, что ее голос можно сразу узнать, уже можно поставить хорошую оценку. Да, ребята, а вы пишите свою оценку в комментариях. И напишите, какая песня Елены Темниковой вам нравится больше всего. А с вами был я, Ваня Рассел. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте лайк. Дизлайк не надо. Нажимайте на колокольчик. Нет, сначала надо подписаться. Нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Внизу есть все ссылки на мои соцсети, смотрите мои предыдущие ролики. С вами был я, Ваня Рассел. Хорошего вам дня, настроения, ночи, когда вы смотрите это видео. Неважно, знайте, что вы самые лучшие, потому что вы подписаны на этот канал. Молодцы, правильно сделали. Пока.